Здравствуйте, родные мои. Кто мне не рад, тоже здравствуйте. В этом видео я хочу рассказать, как сделать бесплатный, простой тренажер Гипертрон. Гипертрон для подтягивания или отжимания на брусьях. Ссылка будет внизу, как этот тренажер самодельный работает. Очень эффективно и легко и просто. Смысл этого моего вот этого гипертрона — это система рычагов. Или по-нашему, давайте по-русски, качель. Вот стойка какая-то и два рычага, доска. Вот высота стойки и длина рычагов надо рассчитать так, смотрите, ну, смотрите, у вас помещение, и чтобы обходить его, и там, или двор, чтобы длина руки была, подтягиваться. И все, вес, с той стороны, все рычаги одинаковые, примерно 20% от вашего веса тела. Если 100 килограммов человек, допустим, ему надо килограмм 20. А если 50 килограмм человек весит, значит 10 килограмм. Поэтому все легко работает. Ссылку, кстати, посмотрите, как он работает. Ну, до свидания, родные. Если видео понравилось, лайки. Не понравилось, подписывайтесь на канал. Дальше еще что-нибудь хорошенькое расскажу. До свидания, родные мои.